Тащит мяч в штрафной площади. Под удар. Удар. Гол! Барри сравнивает счет в матче против Ювентуса. Вот так. Расслабленность старой сеньоры. И 1-1. 1-1. Рудольф забивает свой первый гол за Барри, и действительно все абсолютно логично. Легко ушел Альварес от Соренсена. Мяч под удар Рудольфу. И тот, соответственно, первым касанием бьет в угол Буффону. Здесь, конечно, отметим, что остался абсолютно один футболист Барри. И легко переиграл Джанлуиджи Буффона. 1-1. 1-1 Ювентус Барри. Не скажу, что это нелогично. Мне кажется, вполне. Вполне в этом присутствует логика, потому что Барри действительно создал момент. Это игра в футбол была только что. Альварес неплохо сыграл на фланге по штрафной и удар Рудольфа. Так что все логично.